Кстати, готовы начать. Хорошо. Не, рекомендованных у меня 4. А что у вас там, в принципе, изменилось по лодкам? Ну, лодка абсолютно та же самая. Ну, понятное просто дело, у нас понимаю. Очень много всего налутано, там очень много разных видов оружия, ресурсов, некуда все складывать вообще. Теперь, если лодки находим, то не ищем оружейные. Думаю, что, наверное, да. Ну, то есть исследовать, конечно, такие можно, это интересно, но теперь придется искать самое необходимое. То есть там расходники медицинские, да. Там грузии. Ну, мелочи точно не берем, да. Мелочь теперь не забираем. Да изначально не надо было забирать, вы как бомжи. Затариваетесь, блин, сталкерами. Кстати, у меня Виктор, у меня к тебе просьба. Вот ты сейчас же оценил, насколько нам не хватает места на лодке. Новой версии лодки. Я рекомендую, замени вот эти возле ящики, второго двигателя. Да, я заменил. Поставь там ящики. Ага. Круто. Потому что прям вообще теснотища. Не, я серьезно, я заменил. А, что сейчас на управление пойдет? Виктор управляет лодкой, но он это, именно вот как так, штурман. Теперь настрою. Три капитана. Да ладно. Это бот, наверное. Нет, Сурф. Нет, неправда, неправда, я не капитан. У меня, посмотрите в статусе. Просто я одел, холодно было. Согреться решил. Ага. Как будете готовы отплыть, говорите. Поплыли, я готов. Ну, Виктор на управлении. Вы как? Если вы готовы, то тоже. Ну, я как истинный капитан могу ходить по лодке и нудеть, что все вы делаете неправильно. Если не управляю. Не, капитан другим занимается. У нас, знаете, может быть, каких-то ящиков с боеприпасами не хватает. Например. Вижу. Фабрикаторы можно сделать. Угу. Так. Я про то. Так, кислородный баллон. Ящик с боеприпасами. Можешь стоять на турельках. Я пока сбегаю там, посмотрю. Ну там кое-что перезаряжу и так далее. Хорошо, только я не могу делать ящики с боеприпасами, нужна механика 25 уровня, у меня 15. А, я могу, хорошо, я сейчас пойду тогда делать. Хорошо, я тогда на пушках. Угу. И за арсенал еще. Угу. Так, стоп, наверх. Контакт? Наверх, срочно. У нас тут либо молох, либо это вулкан. Это не молох, это бегу. А тут какое-то жирное пятно. Вулкан. Еще вулкан. Передачу ко всем. Ага, вот теперь молота глав. Сзади контакт, слева. Нижняя пушка, садитесь. Ага. Угу. Так, какая из них, хоп. Нижняя, не верхняя? Сверху. Там что, объясните мне, пожалуйста. Нижняя, задняя пушка. Нижняя, задняя, окей. И... сверху течь. Вверх. Я заделаю ее. Я ничего не вижу. Сзади верхняя пушка. Так, там уже заделал. Okay. Сзади верхняя пушка. Угу. Ага, вижу его. А он отдастся сейчас самостоятельно. Все, он готов. Заварили? Да. Готов. Возможно, тряханет чуть-чуть снизу. А что это было? Тряхануло. Лодка нормальная. Молотоглав? Да, мы приземлились. Ну... контактов я буду говорить, потому что у меня большой... А, Сурф, отойди, тебя сейчас помощник заварит. Спереди, сверху, множественные цели, спереди. Давай я на... акулик, малых акулик заберу. Не-не-не, опускай лодку, я их не вижу тогда. Снизу вставай. Ох ты, сколько тигров акулих. Сейчас подплывут. Обалдеть, отходи. Автоматически эти стоят. О, черт! Отходи. У нас прорвались. Отойдите. Ух ты! Я убил его. Вардер, пипец. Держись, брат! Кто это? Это бот? Вардер! Нет! Мы потеряли Вардера! Мы потеряли заварщика! Нам придется теперь самому убить. Заварщика потеряли снизу. Контакт. Пипец, тут чего только да, нет, лежит. А? И снизу пробоина по центру кто-нибудь. Давай. Я заварюсь контактами. Заделайте пробоину. Нас Вардер умер. А может, кстати, и не умер. Помощника отправьте заделывать течи. А Варнер... Я стреляю, я не могу. Так, сейчас. Где он там, кстати, помощник? Варнер жив. Его можно вытащить. Помощник. А так он и так уже отправлен. Ставите бота. Кто еще будет заделывать пробоины? Черт, где еще пробоины?
Пробоин нету. Так, стоим на месте, где Варнер. А, Макс Пейн? Сверху слева контакт. Чё, ага, Макс Пейн, я на позиции. Я пойду спасать Варнера, если он... Сверху еще... слева и сверху справа. Я сверху справа. Контактами я пойду спасать Варнера. Снизу да, справа, да. Сверху справа. Варнеру кранты, все, сорян. Варнер, о, его, вы... не умри. Его, видимо, вытащили наружу. Я возвращаюсь обратно. Потому что он был, он плавал наружу, там его жали уже. Вот и говоришь, снизу контакт, и сверху двое. Вот говоришь, дробовик хорошая штука, вон тут сейчас спас нам жизнь. Так, снизу сейчас застреляю. Снизу и сверху двое. А, вот, вижу. На носу сейчас дырки сделают. А у нас? Пробоина в корпусе, снизу, за... сверху, сзади прям. Принял. Иду заваривать. А где еще раз? Может, сверху, тело сзади. А, сверху, сзади. Иду завариваться. Воу. Тело подбирать не будет. Меня немножко жрают. Сверху, сзади пробоина. Сзади тоже. В общем, в двух моторных отсеках пробоина. Двух моторных? Блин, так да. Это же середина. Я уже полез сзади заваривать. Сзади, сверху. Так, а, вот, вижу. Мичел меня вылечил. Спасибо, Мичел. Да блин, наш Мичел лучше предыдущего медика. А, я помню, он сначала тащил меня от пульта, а потом оторопил. В итоге куда-то начал тащить труп, и в итоге ты его приструнил. Я забегаю такой, и медик, бот, тащит его тело куда-то. Такое, такая сцена, как из триллера какого-то. В следующий раз, если что, мне придется его стрелять. Я надеюсь, на сервере не работает карма? Да, конечно. Карма не работает, карма. Мы же никуда не плывем, я надеюсь. Плывем. Я потом записи смотрел, я тебе говорил, стреляй, просто тихо сказал, не расслышал ты. А, давайте я на дно обычный скафандр заберем. Так, хорошо, я тогда пойду помощнику удать. Я опускаюсь на дно. Хорошо, я уже вышел из подлодки. Если что, найдемся. Так, о, Ворнера пожрали, от него осталось только туша. А потом еще перемололи винтами. А. Значит, его не сожрали. Хорошо. Так, я спускаюсь вниз. Ты сейчас в лодку упрешься. Нет, его не винтами сожрали. Я начал там стрелять по этим, по акулям тиграм и увидел, что один из них там дербанит этого Ворнера. Я вообще не понял, как он там оказался, если честно. Я скажу, нам снова пробили иллюминатор, а он пытался его заварить, в итоге в акуле тигр выжрал оттуда. Не, он потерял сознание и вылетел туда. Я стою, я смотрел. Да, удара, говорю, акуле тигр там начал что-то таранить и в итоге затащил его туда. Я не успел его спасти, я только успел этого самого акулевого тигра убить. История достойная блокбастера, между прочим. Да. Только надо было его спасти для блокбастера. У нас электроника сгорела от воды. Кстати, вот еще минус лодки. Рядом со стыковочным местом, верхним, находятся все батареи. И вода, естественно, сливается к ним. А они от этого очень быстро дохнут. Их приходится сейчас останавливать. Зато есть работа. Ну, зато есть потенциальное повышение навыка. Да. Здесь либо... нет ничего такого, чтобы с чем нельзя справиться. В новой подлодке я, которая сейчас усовершенствовал, там вообще прогрессивная система зарядки запасных батарей. Они не нагружают основную систему, реактор успевает реагировать на повышение, понижение. Поэтому они вообще не ломаются практически. То есть я ничего сам не выкручивал. Льдина, если что, падает, я не знаю, ты там рядом или нет. Ну, чтобы она на тебя не упала. Мне надо сегодня идти играть в лотерею. У меня навык 15, и я до сих пор не ушатал себе. Да, падает льдина, я не знаю, где ты. Кто там снаружи? Это не я. Снаружи никого, все на месте. Я не снаружи. А кто снаружи? Все на месте? Понятия не имею. Флайерден, где? Я на лодке. Ну, я сейчас не вижу никого, кто бы был снаружи. Может, это Хаск? Плывем дальше. Хаск?
Ну, мы бы его уже заметили давно. Кстати, вы сделали, как я просил? Вы закупились этими патронами для дробовика? Нет, не закупились. Но мы нашли, вроде бы, еще немного. Если я не ошибаюсь. А где не излезет? А почему у нас второй Макс Пейн бегает в подводной маске? Это я, он... короче говоря, я потерял свой паспорт. Хожу с твоим, чтобы открывать двери и так далее. Сверху артефакт. А откуда у тебя мой паспорт? А ты его выложил почему-то? Или, может быть, когда ты погиб? Сверху над нами артефакт. Если что, ипотеку на меня не направляй, пожалуйста. Хорошо. А то я знаю. Над нами артефакт прям. Отлично, давайте заберем. Артефакт? Видите? По этому, по радару видите, где он? Сейчас гляну. А, руины? Да. Прям над нами, вот прям практически... Кстати, нет, опусти чуть подлодку, там как раз ход справа от носа будет. Мы искали, нам нужно будет пробурить вот прям над нами, потому что он прям над нами. Да, я вижу, вот прям над выходом, можно сказать. Только чуть-чуть пониже надо опуститься, потому что мы там не сможем выехать, если вот ты вот так вот. Там, да, такая узенькая пещерка. Да, вот где-то вот так. Или чуть пониже. Можно. Всё, лодка еще. Да, вот так хорошо. Ну, так, давай я тоже схожу тогда. Я готов. Некоторое время нужно, чтобы стабилизировался. Готов? Отлично. Ну, кстати, ты где? Ну, я тут хожу посреди подлодки, не знаю, откуда мы выйдем. А, выходим сверху, так как это удобнее. Хорошо. Надо обязательно взять сонар только. Так, замени кислород, если там не полный. У меня достаточно. Хорошо, поехали. А где кнопка? А вот кнопка. Два Макс Пейна поехали на дело. Макс Пейн первый, Макс Пейн второй. Ага, точно. А третий спился. У тебя есть фанат. Так, стоп, а это ж правее там вроде осталось. Стоп. А вот я вижу шаг. Артефакт, ага. Это Насонова. Что он делает? Кажется, он вытягивает воздух, ну, портит воздух. Это небесный, по-моему, артефакт, или как он там называется. Сейчас придачу узнаем, если умрем, то точно узнаем, что он делает. А, заноси его вот прямо сюда, откуда зашли мы. Ай да. Да, я знаю. И там же переработаем. Если вам интересно, что за артефакт, я могу по-быстрому посмотреть. А, Насонова. Какой? Насонова. Собак. Ну так что, что за Насонов? Чё-то пока не нашёл. Я у входа маячу, жду, когда мне скажут, что такое артефакт Насонова. Можете, в принципе... Ты можешь его сразу перерабатывать. А, слышишь, у нас же это не миссия. Вот. Он привлекает монстра. Да ты что, перерабатывай сразу. Я сижу тут. Все, я перерабатываю его. Хотя, можете, в принципе, полазить по руинам. Ну все, я пойду в руины. Там нет внутри. Вот, кстати, Виктор. Ага, сейчас. К слову о нашей этой ночной беседе. Это все выглядело как та самая фотография. Там два ученые и один пещерный человек. Это вот там обсуждали, что вы хотите сделать под лодкой. Ага. Конечно, слушай, а помнишь, нас, мы, Виктор, с тобой, нас акулий тигр атаковал, когда мы везли этот артефакт Насонова? А-а-а. Возможно, это не совпадение?
Да-да-да. Как раз таки говорили, что он привлекает монстров. Обалдеть. Я, наверное, около подводки кругами попал. Нас на шаттле схватил как-то. Ты сейчас где, Макс? А я пытаюсь найти вход в руины. В руинах, ага, окей. Хороший артефакт для поиска приключений. Да. Вход в руины на носу корабля, если что. А, ты через нос заплыл? Нос корабля и вот... Я не заплыл, я вернулся назад, думал, что ты возле переработчика. А, я уже запихнул его переработку и там оставил. И попал тебя искать. Похоже все, что... Похоже, его тут переработало уже. Ну вот и прекрасно. А кнопки здесь нет? Но можно сломать. А здесь есть кнопка. А, дверь не ломается. Увы. Ломом. Так, одну секунду. Разве? Ничего не делай, я сейчас просто возьму себе фонарь и оружие, если там что-то окажется. Пока никого не вижу. Тут никого нет, можешь заплывать. С кислородом все нормально? Нормально, нормально, все, поплыли. Хорошо, плывем дальше. Куда-то делся, испарился фонарик, блин. Ну, хорошо, хоть не кислородный баллон. Так. Ага. А вот сейчас не стоит туда нырять, наверное, пока что. Вот вообще не стоит никак. Почему? Что-то видишь там? Потому что если там нету воды, то сейчас вода сольется, и мы не выберемся. Я, конечно, попробую там в приседе это сделать. Вот о чем я и говорю. Что нам делать лучше? Зайди влево. Стой! Опа. Нормально, здесь все чисто. И здесь ничего интересного нету. Как ты собираешься забираться? Воды-то нету. Ну, в крайнем случае, можно дырочку сделать. Дырочку. Так. Шестерка. Ну, ладно, черт с ним. Поехали. Я хотел, что... Ага, а тут нет ничего. Какую дырочку. Угу. Это ты, конечно, молодец. Самую толстую стену начал пилить. Вот же. Есть, по-моему, есть, да, потоньше? Да, они все одинаковые, по-моему. А, нет, это просто так падало освещение. Спасите! Мы застряли, мы тупые. Можешь дырку сделать. Пока не стреляйте. Дырка — это самое простое. Вы не поймете, где мы, наверное. Надеюсь, у нас хватит кислородных баллонов на это все дело. Да хватит. Надо чуть-чуть сделать. Все уже пошло, можешь даже не сверлить дальше. Да не, чем быстрее заполнится, тем лучше. Тем больше успеем исследовать. Кстати, походу тут нету больше дверей, придется пилиться еще раз уже в другие места. Угу. Ну если что, придется спасательную команду снабжать. Да. Да. Так и есть. Кого я обманываю? Так, ну что, все, мы можем выплывать. Угу. Прекрасно. Блин, так, у меня что-то вообще. О. Блин, зачем сюда пихать дверь загадкой, если тут никакой загадки, то, собственно, и больше и нету. Чем ну, это ж руины. А что-нибудь сломалось там? А! Слушай. Сейчас попробую сломать дверь. Может, получится. Да, получается. А как работает эта дверь? Мне просто интересно. Хорошо, ты пока ломай, я пройдусь по лодке. Если тут нет где-то есть слепые места, где нельзя заварить, я заварю. Угу. Все-таки нам неплохо это погрызли обшивку. А зачем вот эти вот столбы? Вот на носу. Какие столбы? Ну, для видимости. Там лампочки на них. Для красоты. А, это фонари перевернутые. Да. Так, это габаритные огни? Да, габаритные огни. Вроде да. Тут генератор. Угу. Сейчас я гляну, что это за устройство. Инопланетный насос. И на генератор пустой. Теперь у меня вот где обычный перископ. Понял, да, где? Ой. Я пожалуй. Он, наверное, откачивает воду. Сур, нужно переключаться. Я подключил дополнительно 5 перископов. Прямо сейчас? А почему вода не приплывает? Не 5 перископов, точнее 5 прожекторов к одному перископу. Так, прямо сейчас, да? Прямо сейчас или на новой лодке? На новую лодку сейчас это невозможно. Так. Четыре, точнее, прожектора и одна камера. Угу. Все работают с одного перископа, переключаются по
клик у мышки. Вот это очень удобно, потому что я заметил, что многим очень интересно посмотреть, что там происходит. Они подходят к турельке и смотрят. И... Да, а в этот момент пока не очень. Нужно давай-ка стрелять. Помогай. Будем пилить стену. Хорошо, снова. Я с другой стороны попробую. Потому что это, конечно, законы физики, но вода не прибывает. Несмотря на то, что дверь все еще открыта, она не закрылась. Угу. Так, ну, уже начало медленно прибывать. Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Ребят, у вас контакта? Тихо-тихо-тихо! Нет-нет, это я. Нет, это просто... Спасибо, а, конечно, помогаете? В метре от моей головы. Не, я видел где-то. А, видел? Они просто не попали. Они... Нет, я видел, блин, даже... двое. Наверх пока не идем. Я не знаю, что это за хрень. Опасное что-то? А, я, конечно, не... А, это ловушка, мы тут не пройдем. А, если только поплывать. Короче, это разрядник, он работает тогда, когда срабатывает... Ну, разрядный детектор. Когда-то. Детектор, да. А, так, а может его можно как-то отключить? Иногда детектор бывает далековато. Его нельзя отключить. Кнопка. По-моему, это кнопка. Но я не вижу детектор, к сожалению. Иногда можно отплыть. Давай я А есть граната? А, нет. Так, давай я попробую... его вскрыть. Давай, кто из нас рискнет? А, можно... Осторожно, если увидишь такую штуку с, красной лампочкой, все хорошо. Значит, Я достал на планете энергоблок один какой-то. Ага. Значит, там детектора не было. Окей, хорошо. А может, кстати, вот этот детектор? А, вот детектор. У него он с красной лампочкой, да, вот он. Черт, он работает. А как его убрать? Его только проплыть, и все. Детектор, короче, срабатывает, видит нас, и срабатывает разрядник. А хорошо, я точно так же, как на нашей лодке. Ага. Пожалуй, его в снарягу пущу. Угу. Я немножко шокнуло, но не сильно. Да, ну... Так, никого пока что. Ничего. Мне кажется, раньше было било сильнее, потому что помню. А, да, я видел, что. Меня очень сильно вывело из строя. Как-то. Ой-ой-ой. Че? А, все нормально. А, так, сейчас я смотрю, что это. Тут еще один какой-то насос. А, я понял, что это за фигня. Тут кнопка эта подключена к насосу, и можно ставить энергоблок, чтобы воду откачивать. Mm-hmm. Я, правда, не знаю, зачем. Возможно, подумали, что мы такие добрые будем восстанавливать руины. Так, еще один энергоблок и инопланетные вещи. Ну, не все же здесь для нас. Они тут как-то жили, там, что-то делали. А, звук слева, звук слева. Mm-hmm. Ну, тишина, нет там что. Нормально. А, тьфу ты, блин, Макс Пейн, это я, вот здесь. Раздвоение. А внизу там тупик, да? Вот, я открыл дверь. Снова. Окей. Вскрываем дверь. Так, ждем. Тут надо подождать, пока вода придет. Идем влево пока что. Тут была дверь с загадкой. А это еще одна какая-то дверь, кстати, тут есть. Да, тут вообще лабиринт, так, тот что, еще. Начни. Дай-ка я здесь хлебную крошку кину. Так, Вер, Дэн, если что, двери все автоматически в лодке закрываются, можешь их сам не закрывать. А что это? Так, что-то я пока что не хочу сюда плыть. Тут два детектора движения, они меня уловили. Да, лучше не плыви. Не факт, что я смогу тебя вытащить оттуда. Есть тоже детектор наверху. Я пока начну скрывать эту инопланетную дверь. Кстати, что-то я не скрываю, я ж попросил. А где детекторы? Внизу? Слева? А, вниз, влево и наверх. Угу. И у меня кончаются кислородные баллоны, так что... У меня есть, но немного. Но еще немного я побуду, а потом мне придется возвращаться, когда у меня этот кончится. Давай я тебе один дам сейчас, вот этот выброшу. Да, у меня еще нужно место держать под все. Так, ну я пока безоружен. Открой дверь. Там детектор. Угу. И больше ничего, судя по всему. А у него нет лампочки. Ну, он и ударить не сможет, в принципе. А что это за лампочки? Непонятно.
Пипец, это что такое было сейчас? Звук какой-то? Это волки. А, это волки? Блять, я понял, что это. Тут, короче, смотри. Уолкер, хорош. Хорош. Хватит нам это. Мы тебя не слышим. Я, конечно, люблю музыку в стиле электроника, но это, конечно, крипов. Короче, Сур, смотри, там за люком есть детектор. Он работает на три счета. После трех я счета, Уолкера пока заблокировал. Чего? Каким образом, просто смотря на перископы для турели, я повышаю навык оружия? Да. Ой-ой-ой-ой. Давай туда не ходи лучше. Не надо, уходи оттуда. Я мертв. Пипец. А, не, я не мертв еще. Но меня сейчас убьют, короче. Что случилось? Либо сейчас разрядная катушка наконец успокоится, либо меня убьют. Она не успокоится. Она тебя детектит. Ну, я говорил, что там разрядная катушка. А кстати, я же еще живой, может пропилиться кто-нибудь там слева, там стена есть? Да, попробую. Ну, блин, меня тоже, скорее всего, шибанет. Ребята... Блин. А почему он начал... Почему он начал работать не от самой разрядной катушки, а почему-то пустит? Боже. Кто это? Вы понимаете, да, где он? Или вам какой-то контакт дать? А, Уолкер, почини, пожалуйста, микрофон, а потом... Отключите микрофон, да и все. Ну, я умираю, у меня уже недостаток кислорода идет. Меня, конечно, можно ревайвинуть, но это читы, так что не стоит. Ну нет, если ты не пройдешь ко мне прямо сейчас, то я умираю. Ну я туда не пойду, и что, я сумасшедший, что ли? Можно все узнать, я кончился. Ну, так. Так что там говорили про то, чтобы пробурить слева? Ты же видел, что там ты плыл прямо на детектор. Не понимаю. Блин, что, из сознания нельзя прийти? Если бы я мог как-то там продырявить... А я сейчас гляну, где... Но я не успею просто все равно. Здесь разрядная катушка. Если вы можете, постреляйте туда, где он. А, он, короче, повыше меня. Не, он не вы не сможете пострелять на меня. Ну тогда все. Нет, ты все еще можешь, кстати, залутать меня, если смотри, сейчас я тебя проведу, налево плыви. Ну я сейчас пойду тебя лутать, и меня тоже убьет просто. Нет, не убьет, потому что там не работает разрядная катушка слева. Не туда. Тут просто надо пропилить две тонкие стены. Где? Здесь? А здесь наверх. Просто наверх, любую. Вот здесь, вот эти верхние вот стены, вот просто вот, да, вот. Прямо здесь, где стоишь. Пили вверх просто. И выйдешь тогда в промежуток между вот этими вот двумя местами. На левый верх не иди, там тоже куча детекторов движений и разрядная катушка. В общем, увы, это была ловушка. Ловушка Джокера. Че у тебя там ценного? Все? Все, лучше мою тушу забрать, там через как раз таки пропилиться еще раз придется. Вроде бы тут нету тонких стен, придется пилить одну толстую. Макс, у меня к тебе просьба, давай поаккуратнее в следующий раз, пожалуйста. Не нужно геройствовать, мы тут не геройствовать пришли. Ну это да. Ну я просто рассчитывал, что это прокатит прямо как вот с предыдущим. Ага. А это оказывается почему-то бил какой-то цепью какой-то непонятной. При том, что тут только вот просто вот стоит генератор, ага. Вот этот вот. Разрядный. Ну да, нам в первый раз просто повезло. Так, хорошо, все, можешь проходить. Сейчас закончу здесь. Все, появилось. Так, что еще за фигня такая? Направо и наверх. И вот одну вот стену вправо, вот самую нижнюю на перемычке угла. Вот эту? Не-не-не-не-не. Влево и наверх. Там толстая стена. Вот направо. Вниз чуть-чуть. Тут, направо. Да? А. Ну вот эта самая комната, в которой это я толстая. Лежал. Вот сейчас я лежал в метре от тебя. Вот так. Нет, придется. Но это очень толстая стена. Ну не, ее можно пропилить, но просто чуть дольше получится. Пипец. Вот эту, да, отпилить? Да, вот эту. Офигеть. У меня кислорода может не хватить.
приплыть. Да, Виктор, приплыви, пожалуйста, с... Кто-нибудь приплывите с большим количеством кислорода, потому что тут столько пилить, что мне просто не хватит. Карман, там, либо С4. Я вижу, где ты, я сейчас к тебе приплыву. Угу. И желательно, чтобы у тебя были так. Как-то, ну... Дэн, на тебе корабль. Было место. Наблюдай. Вас понял. Так, я забираю... Это пипец. Шаттл же у нас не работает, да? Шаттл не работает, к сожалению. Давно уже. Еще Максим, посмотри, я правильно место выбрал для... меня там шарахнут. Окей. А, нет, тут цепь распространяется только на правые стены и на правый проход. Меня уже там не шарахало. Так что тебя не шарахнет тем более. Лучше вытащить мой труп, в принципе, там очень долго ковыривать. И сбросить на землю где-нибудь, я потом соберу, когда... Обидно. Да, согласен. Кто-нибудь и сразу обратно. Сюда? Да, где-то здесь. Да, вот, вот, немножко уже начал. Как так-то? А, вот это вот. А, вместе с ним. Это да. Самая крепкая стена, в принципе, поэтому тут, блин, вообще пипец. Скрестите напор. Да, уже сделаю. Что-то как-то долго пилится, но моя пилилась быстрее. Или я не то пилил? Есть разные стены, эти усиленные, это самые крепкие стены здесь, в принципе. Я понял, просто когда мы первый раз вытаскивались, я пропилил там стену в итоге, чтобы мы смогли всплыть. А, нет, это была тонкая стена. Там тонкая была. Эти усиленные, они, видишь, шипованные такие. Ну да, жирные такие. Тут даже из рельсотрона фигачить, если несколько залпов надо сделать. Может, действительно стоило попробовать идею с С4? Не, она слабо бьет. Она даже человека не убивает, С4. Поэтому... А, может быть, граната? Нам не хватит кислорода для того, чтобы все это пропилить. Мне кажется, это пипец. Я возвращаюсь на лодку. Виктор, давай вернемся на лодку. Заправим баллоны. У меня даже эти баллоны, которые ты принес, уже все пустые. Почти. Ну, почти пустые. Есть а еще. Что там у него ценного, в нем что ценного? Дробовик. Дробовик, ПП, два магазина, там куча всего. У меня целый рюкзак собран. Виктор, ты как считаешь, есть шанс вообще его спасти? По-моему. Ну ты сколько там пропилил? Потому что я когда пилил вдвоем пилил. Очень мало пропилил. Тогда давай уплываем, наверное, плевать. Ну а что сделать? Реально. Вы можете, кстати, с пушкой попробовать. Правда, это много заряда займет. Но, все-таки, все здесь на пути стоит примерно сколько? Раз, два, три, четыре. Ну, максимум пять стен мелких и одна жирная. Вы можете просто пушкой прострелить в итоге. По идее, она должна сесть довольно-таки быстро. Да ладно, чё. Так. Вот, чуть-чуть правее буквально. Вот. Так, да, что? Примерно так. Ну, попробуй, да. По идее, эти, сколько там, 4-5 стен мелких пробьются довольно-таки быстро. Когда... А боеприпасы тогда давай можно... Давай я буду заряжать, а ты стреляй. Чтоб в точку было. Хорошо. Макс, ты тогда смотри, правильно ли я стреляю, ладно? Да. Пока что вроде как правильно. Так, могу я лечить? снова навожусь. Посмотри, правильно, неправильно. Вот так. Слегка правее. Нормально. Пониже? Повыше? Нормально. Так, да? Так? Да. Да в любом случае тут пробьется сейчас 2 стены из-за того, что пушки спаренные. Правильно? Так, сейчас. Чуть правее. Логично. Ой, а что это трясло? Это кто-то попытался что-то починить. Нифига. Так, ребята, а у нас контакт. Снизу контакт, большая цель.
небольшая, это всего лишь один краулер. Да, краулер. Да, без сознания, его сейчас... Все, он кончился. Но там еще что-то снизу я вижу. Еще множество целей, ребята. Я на рельсотром стою, Дэн. Я помогай. Одна большая там цель. Да, это скорее всего тигры. Нет, это краулер и еще кто-то. Один на нижний справа, один на нижний левый. Они меняются местами. Один готов? Слева готов. Готов. Краулер готовы, но там еще что-то было большое. Я пошел на этот, на радар. А большое? Возможно, оно его же их жрет там. Молох. На молоха не похож. Приближается контакт один, задняя пушка. Не, угу. На шаттл встаньте, на шаттл. Нет, мелкий тигр. Интересно, что там за большая штуковина? Это краулер. Нет, я думаю, это трэшер, скорее всего. Только что я увидел акулевого тигра, так что скоро крупный подойдет акулевый тигр, скорее всего. Просто они там кого-то жрут, другого пока что. Не, все нормально, это был единственный, по-моему. Я видел на дне, там шатался один, в итоге я его больше не вижу. Здесь? Не, нормально, пробьем. Тут, там примерно четверть, но мы так как три стены коцаем подряд. А вы уже прокоцали все эти стены, блин. Здесь вообще полностью, блин, расхерачено все. Да уж. Ломать не строить. А когда он повел на камень? Ну-ка, постреляй. Мы будем, естественно, это на образование? Да. Да, попадаешь. Ты смотри, Виктор, только не залезь. Тогда, наверное, придется все-таки это сделать. Вить, ты что делаешь? Смотрю. Он прикурить всё. Хочет. Пушки. Да, прикурить. Судя по всему, да. Все, пока заряжается. Как прикуривают под... Подводники. А я думал, ты решил самоустраниться. Слитков у нас. Продолжаю стрелять. Вроде бы нормально стреляешь. У нас три стрелки. Макс, твое тело самое дорогое в Баратраве. Угу. Мы потом, если достанем, мы тебя в музей сдадим. Развалина, блин. Теперь это еще больше руины, чем раньше. Но стреляли, конечно, судя по всему, зря. Потому что резаком, похоже, все-таки быстрее. Ну, не знаю. Там за 5 секунд была пробита эта стена. Зато ближе плавать, по крайней мере. Как жидкий кислородит оправдывает свою дороговизну? Кажется, он чуть-чуть эффективнее, да. Эффективнее и в разы дольше должен быть. Угу. По крайней мере, я читал его описание. Оправдывает, да, оправдывает. О, так тут мы три наделали дырки, оказывается. Вот этот среднюю бери, средняя самая большая. Да, вы когда стреляли чуть выше, я вас корректировал, угу. Стреляли по стенам. Ну, либо пуля там одна уходила в другую. Угу. Рискнули, блин. Да уж. Самый дорогой риск в моей игре в Баратроме. Ну да. Я не знаю, полчаса мы здесь, да? Возимся уже. Я не знаю, конечно, боже мой. Вроде как много усилий приложили, и уже как бы поздно, наверное, останавливаться, но очень медленно это все происходит. А сейчас он верхний. Проверьте верхний. Проблема в том, что это просто самая крепкая стена, которая есть вообще в этой игре. Я понимаю. А верхнюю. Наверное. Верхнюю стену вот чуть выше. Проверьте по прочности, может она даже лучше. Нет. Меньше. Да все они одинаковые. Я имел в виду, что может. Это специальная стена, которая. Ну, которую разработчики сделали для того, чтобы люди плавали по руинам, а не сразу к артефакту ломились. Надеюсь, по крайней мере, выводы сделаешь. Что думаешь, лучше из пушки фигачить? Да, конечно. Ну, пошли.
Давай так, ты приплывай, как только из пушки начнешь херачить, я просто отплыву за зону поражения. Ага. Соответственно, как закончишь, говоришь, я приплываю, начинаю пить. То есть ты контролировать будешь? Да, буду смотреть. Ну, пока стреляем. Мы пробовали пропилить, сейчас пробуем прострелить. Пока. Будем надеяться, что в конце концов удастся, а то опять столько времени и ресурсов. Осталось? Ну, не так много, на самом деле. Сколько? Чуть меньше трети. Хорошо. Продолжать? То есть, пушкой реально хорошо. Ты если готов? Да, давай. Правильно? Чуть ниже. Правильно? Ну да, 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 вот, вот так. Да прям стреляй подряд, зажимай. Да, я сейчас вспоминаю тот момент, когда я говорил, вы сможете туда дострелить. И я действительно в тот момент думал, что может быть действительно это возможно. А сейчас я вижу вот эту маленькую точку. Ну, будем знать. Которая там пытается сверлить стену. И понимаю, что это, блин, пипец. Вы бы никогда не попали туда. Слишком далеко. Артефакт, конечно, был с подвохом, да? Да, он, кажется, в руинах на земле где-то. А? Да он там же вообще не в руинах был, он лежал он просто на вот этом куске скалы. Да, это был проклятый артефакт. Ну, видимо, уже его кто-то пытался скоммуниздить. По легенде, да. И напал буквально метров 10. В общем, ребята, если сразу говорю, если вдруг у нас возникнет похожая ситуация, сразу оставляем. Потому что мы сейчас могли бы несколько миссий пройти, но вместо этого мы пилим какую-то дурацкую стену. Поэтому, согласен. Если вы там остаетесь, то вы там остаетесь. В следующий вещи, раз. Да. Вещи, не вещи. Я тут подумал, но все-таки ведь это приключение. Очень скучное, но приключение. В каком-то смысле да, тоже необычно. Не каждый день такая хрень происходит. Не каждый день кто-то с дорогим лутом где-то умирает, где-то там далеко в опасной зоне, заставляя всех доставать его тело любыми способами, тратя половину ресурсов. Угу. И время команд. Я готов продолжать, да. Да, по-моему, ты сейчас буквально пару так, выстрелов давай, можешь его добить. Давай. Правильно? Да. А пробил. Все? Остановись, я проверю. Нет, не пробил. Но оно, по-моему, стой. Уже не убивает. Продолжать? Подожди, я... Нет, ты не можешь быть. Я отплыву, да, продолжаю. Еще немного, по-моему... Не, пули какой-то след оставляют, но, по-моему, они уже проходят дальше в стену. Ну, пусть. Не, чуть-чуть повыше надо. Пока все. Чуть-чуть миллиметр. Ну, да уже все. А, все, да. Все, действительно, пробил. Дверка так, есть. Предельно здесь, осталось. Вижу справа, разрядник. Справа снизу разрядник. И вот мой трупак. Попробую по стенке аккуратненько. Это все детекторы. Не-не-не, влево. А, вон снизу детектор. Не-не-не, не плыви влево. Он очень далеко. Справа. Далеко, да, бьет? Вот здесь вот возле стены. А, вот он. Вот, смотри. Слушай, так я не смогу у тебя взять. Здесь два. Это не разрядники. Так это детектор, он до туда добивает. Да, он не добивает, он не добивал меня, можешь попробовать там поплавать возле него слегка. Не надо, пожалуйста, там ничего пробовать, ребята. Он не достает, да, вот видишь, он по правой части только бьет. Попробуй сейчас аккуратненько. У тебя место есть в инвентаре? Да, он бьет по правой части. Ну... А, Виктор, я к тебе. Он не должен от тебя. Дэн, я... Только главное, Виктору. Не то в теории я могу забрать отсюда этот... Тело. Нет, не тело, а этот. Ой, осторожно.
Нет, ты не сможешь. Попробуй, не заплывай туда. Да, я забрал. А он все еще может шатать. Да, я знаю, что он может шатать, но я забрал, по крайней мере, заряд этот. Как это называется? Инопланетный энергоблок. Так, я здесь, стой. Смотри, вниз можно заплывать, наверное. Да, ну-ка. А, он все кончился. А, он все. Да, он работает, но все, можно смело заплывать. А... В этом трупе все. И появился, кстати, мешок. Да, весь мешок. Можешь его взять? Да, он такой весь мешок забрал. Все, окей. Ну наконец-то, блин, ребят, я вас поздравляю. Что это... из вас может записывать себе в достижение, что вы наконец-то пробили эту гребаную стену? Вы сломали систему. Она пробиваема. Это было, конечно, то еще приключение, но тоже сойдет. Внукам рассказать. Ну так что, пробились уже, так? Да, все, тащим обратно. Портянки. Не забыли, кстати, инопланетный энергоблок дополнительно. А, так, Дэн, мы, кажется, падаем. Дэн, что происходит? Вы падаете. Я еще не знаю, сейчас... Дэн, чувак. Виктор, оставайся там, а то мы тебя не найдем. Пробитие хвостом. Я возле руин тогда. Так, я возвращаюсь к руинам тоже. У вас затоплен двигательный отсек, там что-то было, видимо. Ой, блядь, это не могло быть все так легко, да? Ого, господа, вы сейчас плывите вниз. Меня кто-то ест, хер знает кто. Откуда, где? Виктор, тебя? Блядь, мне придется выкинуть твои вещи, я не знаю где, мой автомат. Кидай. Это хаск, Мы идем на дно. Сука. Походу мне. Все, готов он. Так, я. Где вещь? Нормальный. Но я скинул под тебя. Я попробую наладить тут, а потом. Они уплыли вниз? Да, у меня прям очень сильно все повреждено. А, я, кстати, вижу, мои вещи прилетели. Где они? На лодку? Да. Да, я откинулся, у меня пиздец. Кровотечение вообще все. У вас, короче, дыра огромная в двигательном отсеке, вот вообще дыра дренью. А кто, блин, чувак, кто на корабле сидел? Я не вижу ничего такого. Видимо, что. Я не успел среагировать, просто. Да надо на радар смотреть, когда ты один находишься. Я как раз чинил электронику. К вам. Что это за звук? В руинах раптор появился. А еще я слышу рядом с вами звуки. Плыть вниз на максимальной скорости. Я попробую как бы подняться к вам как так быстро, как... А больше я протечек нигде не вижу. Так. Лодка под тобой. Твои вещи потеряли, да? Все, вещи уже все, да? Нет, вещи на корабле валяются. Стой, только не стартуй, главное. Вот поставь удержание положения сейчас и, пожалуйста, собери вещи. Они прямо на носу валяются. Да, собери вещи, мы ради этого потеряли 40 минут. Возьми костюм и на носу, прямо под пушками примерно, валяются, ну, с парнями. Да, валяются мои вещи. А теперь, Виктор, Максим, сориентируй. Я правильно плыву, нет? Вниз. Прямо вниз. Прямо вниз. Окей. О, идеально. А... Хотите прикол? Нет, нам хватит. Мы уже обследовали это место. Тут корабль просто валяется. Битый. Я вижу трупов. Нам хватит уже. Я правильно плыву? Да, все. Да, все. Они на борту? Почти. Так, вот здесь кнопка. А что с Виктором? Он умер, что ли? Да, меня хаск убил. Тогда не проходите его трупу, а то будет как в прошлый раз. Все же так было скучно и размеренно. Как это все? А он откуда-то, я даже не знаю. Я плыл, я не смог вытащить. Тело забрал, нет? В руках было это. Я уже хожу, тут скучаю. Дэн, ты тело забрал? Нас кто-то грызет. Сверху по центру. Левая пушка. Окей.
грязевой раптор. Один. Это и... хорошо, что я от него. Это вот он, да, за мной плыл. Крутим пушку, налево, пушку. Ага. А он мертв, он мертв, он мертв все-таки. Все. Вот эта вот хрень продырявила нас. 100%. А зарядники дымятся полные, их мечи учат. Бен, ты забрал вещи Макса? Да, забрал. Да, 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 забрал. Все, тогда можем отплывать, да? Осталось только ты... Мои вещи тоже просто из меня выкиньте куда-нибудь. А просто их действительно в том отсеке, в котором он находится, он потом их сам заберет. Ну, кто-нибудь один этим займётесь. Как бы не воскрес, ну ладно. А, ну если не воскрес сразу, Дэн, то не воскрес. Осторожно. Ты берешь вещи. Очки говорят, что он чит. Хорошо. Я тогда пошел кораблем управлять. Просто скинь с него все вещи. И скидывай просто. Они... У вас контакт. Опять грызут? Вижу. Сверху, справа. Центр грызут. Один кроулер. Все, он мертв. Во, один выстрел, он убивает кроулера спокойно. Не, он с двух убивает. Ну, физикорик. Ну, тут два выстрела сразу же идет. Ну, у него было... Спаренное, спаренное же. Все, я отправляюсь дальше. 700 метров. У нас опять... Там что-то сверху, но это, скорее всего, просто хаск. Я еще не вижу. Откуда этот хаск взялся, блин? На его еще... Иногда они в руинах сидят. Это сейчас там не тот же самый хаск, которого вы убили? Возможно. Включи передние фары. Там свет 2. Вот, да. Я теперь вижу, что спереди. Перед тобой. Так, вы пока что вверх не поднимаетесь. Теперь можно. Заднюю ровно. А, нет, стоп. Сверху сейчас вас... Если столкнетесь, не волнуйтесь. Так, у вас небольшая протечка в верхнем двигателе. Это две глыбы падали. Вы можете подниматься вверх. Вы можете подниматься вверх, она пойдет с вами. Не, они могут поднять ее на свои. Я попробую оплыть все-таки. А, тоже вариант. Все. Все, можешь, в принципе. Да, поднимайся. Двигатель. Можешь поставить вообще автопилот в город, он сам доплывет. Нормально. Он очень долго плывет. Думаешь? Угу. Ну блин, такая лодка снаружи, я ее никогда полностью не видел, блин, вообще кайф. Как это никогда полностью? Ты же в редакторе я постоянно. Не, я не умирал, ну в редакторе понятно, но вживую, когда она плывет и так далее. Блин. Сейчас полный назад. Да, полный назад я сделал, да. Но стукнется, но ничего страшного, ничего страшного. Я не понимаю, как я тут пролезу вообще. Плыви вперед и наверх. И протолкнешь. Думаешь? Ну да ладно. Ну должны. Так, ну этот кусок не сдвинется, а вот тот, который лежит на скале, вполне возможно. Сейчас еще раз долбанять. А проплыть нельзя по-другому как-то? Кстати, Виктор, снизу. Почему вот эти вот глыбы преследуют иногда корабли? Не знаю. Вперед, полный вперед, давай. О, они падают. Вперед. Они падают сами по себе. Вперед, вперед, полный. Потому что тебя сейчас глыба может прям... Да, я вижу. Она просто присобачилась, но она не может там поднимать лодку или опускать ее. Вопрос, а почему они вообще следуют за кораблями? Они разве не должны падать вниз? Ты полный вперед дал? Угу. Все равно, она вот прижала. Не, не прижала. А, нет, нормально, все. Все, все. Сейчас будет настоящий полный вперед, я тут починил двигатели. А. Главное, в скалу не врежьтесь. Да не, нос уже разбит, с носом можно плавать нормально, с разбитым. Вот, кстати, парадокс. Баратрауна, по-моему, это единственное место, где фары нужны не живым, чтобы выжить, а мертвым, чтобы лучше видеть. Это единственное. Живых просто они не спасут. Ну зато красиво, прям пипец. Такая лодка. Подводная крепость. На новой лодке, короче, задний верхний разрядник работает от пушки этой же.
То есть как только туда подплывает монстр, и там нет ни одного человека, загорается зеленая лампочка, и когда ты стреляешь, одновременно срабатывает разрядник и коцает того, кто находится в зоне. Интересно, да? Так что укусило корабль? Я так и не увидел, что тогда пробило... Тигровый этот, мне кажется. Просто я не успел опомниться, как уже было пробоино, и мы падали... Тигровый так быстро дырявит. Возможно, что это действительно был акулий тигр. Сверху столкновение будет. Угу. Дырка наверху у вас справа. Прикол в том, что, возможно, он просто в двигатель врезался, убился и заодно убил обшивку. И поэтому тогда он падал. Либо его придавило, может быть. А, нет. Потому что мы на дне вроде бы стояли. На дне стояли, но под вами не было никого. Ладно, ладно, вы в обычное время, я бы нормально к этому отнесся. А тут я уже расслабился, там вы уже доставали тело. Ничего не предвещало неприятно. Как всегда в баротравме. И тут кто-то скомандовал на дно и полетел. Все. То есть в баротравме вообще никогда не надо расслабляться, что ли? Даже на базе нельзя. Кажется, это самое долгое приключение даже в жизни того, кто был со мной на той лодке, которую я пилил. У Сурва прям нереально круто получается стыковаться. Он прям вообще чуть ли не миллиметром туда зашел. Спасибо, да, это хорошо у меня получается. Лучше, чем плавать. Лучше, чем ходить. Ну вообще, снаружи выглядит очень круто. Ну что, заходите на станцию? Я первый раз умер за все время, но, блин, очень круто. Со стороны так смотреть на лодку классно. Все, заходим тогда, ребят. И она, кстати, можете... не такая большая, как говорят. Но она, да, она же ты это же обычный горбун, просто немножко такой потолстевший. Ну, если вдруг все равно не сработает, значит судьба. Ну знаете, если мы были в центре, то мы потеряли всего 3 человек уже прям близко к центру. То есть это весьма, я считаю, успешно. Это при том, что мы пришли... Так, основа нового... Я тут смотрю на статус команды. Ты сгорел на работе. Да, слишком упорно лес. Лутал слишком упорно.